30 января состоялось первое в этом году заседание регионального правительства. В ходе него были рассмотрены итоги реализации государственной программы «Культура Тверской области» в прошедшем году, а также планы на текущий год и на период до 2029 года. Подробности у нашего корреспондента. Если говорить об итогах прошлого года, то была проделана большая работа. Закуплены музыкальные инструменты и оборудование в 4 детские школы искусств. Отремонтированы 4 сельских дома культуры. Проведены работы по модернизации Тверского театра кукол, оснащению областного драмтеатра. Кстати, в прошлом году на гастролях в областной столице побывали московские артисты и высоко оценили организацию работы учреждения культуры. Внимание со стороны властей культурным проектом отметила директор Московского театра «Современник», который присутствовал на заседании в качестве эксперта. Цифры впечатляют. И вот эта доля привлечения федеральных средств, она очень высокая достаточно. Потому что еще раз скажу, что и по гастролям ездим много по стране. И общаемся с коллегами, с друзьями, и с министрами культуры, с главами регионов. И всегда интересуешься какими-то вещами, смотришь. Игорь Рудени предложил совместно с «Современником» реализовать в Тверской области проект по выездным гастролям театра в Верхневолжье. Кроме того, в регионе появились новые места притяжения жителей и туристов. Музей живописи Валентина Серова на теплой земле в Твери. Велась работа по укреплению материально-технической базы домов культуры, развитию библиотек, поддержке молодых талантов, работников учреждений культуры. Приобретены автоклубы, обустроены новые экспозиции в музеях. Самое главное в нашей стране, в частности в Тверской области, не меняется. Это потребность в культуре. И, наверное, поэтому и государство в лице Министерства культуры Российской Федерации, и правительство Тверской области уделяет этому огромное внимание. И мы видим, что сегодня культура не финансируется по остаточному принципу. И мы видим огромный рост посещаемости отреставрированных, прошедших реновацию музеев. Был отмечен рост посещаемости и других объектов культуры. Особый упор на массовые мероприятия. Всего в прошлом году их проведено было более 80 тысяч. Число посещений культурных событий в Тверской области превысило 17 миллионов. Это наивысший показатель с 2019 года. К 2029 планируется увеличить его до 36 миллионов. Губернатор подчеркнул, при этом необходимо не просто увеличить количество посетителей и число мероприятий в сфере культуры, а добиваться повышения их качества. Мы понимаем, что прежде всего культура формирует нашу молодежь. Отношение у молодежи к труду, к стране, к своему будущему. И сегодня наша работа делится на три основных направления. Первое – это, конечно же, развитие всех направлений культуры, включая театр, кино, искусство, живопись, архитектуру. Второе – это люди, это самое главное, те, кто эту культуру будет продвигать, развивать. В госпрограмме на 2024-2029 годы предусмотрено продолжение мероприятий по развитию современной культурной среды Верхневолжья. В 2024 году Тверская область отметит несколько знаковых дат. 950-летие первого летописного упоминания города Торопца. 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и другие. В регионе будет организован целый спектр мероприятий. Отраслевая региональная госпрограмма включает несколько направлений работы, в том числе по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту «Культура». Это развитие инфраструктуры учреждений, создание условий для реализации творческого потенциала жителей, цифровизация отрасли.